Акция «Сад памяти», инициированная главой Дагестана Сергеем Меликовым, продолжается в Каспийске. Сегодня ее поддержали представители Министерства экономики республики, Народного собрания региона, администрации города, а также образовательных учреждений. Важна акция, она не только для семей тех участников СВО, которые, к сожалению, сложили свои жизни на Украине, но она важна и для нас, для мирных жителей, для нашего подрастающего поколения, потому что это то место, куда завтра можно привести детей, рассказать, что это за деревья, в честь кого они посажены, и что благодаря тем людям, в честь кого посажены эти деревья, мы сегодня живем в мирной, процветающей стране. Теперь на территории бульвара имени Абдуллаева будут расти 90 австралийских кленов, символизирующих память о тех отважных бойцах, которые с честью и мужеством защищали нашу родину. Возле каждого дерева установлена табличка с данными погибшего военнослужащего. Отметим, что участие в акции также приняли родственники погибших участников СВО.